Всем добрый день! Ну что ж, делюсь абсолютно бесплатным рецептом, как избавиться от пигментации купероза на своем лице. И поможет нам в этом обыкновенная красная рябина. Именно красная. Мы сегодня не говорим про черноплодную, но если есть возможность использовать черноплодную, пожалуйста, используйте. На самом деле, нам понадобятся ягоды рябины, неважно, это окультуренное дерево или дикорастущее. Вы можете рвать эти ягоды по мере необходимости, а можете их заготовить, заморозить. Я, например, предпочитаю именно для косметических целей либо свежие ягоды сорванные, либо замороженные. Рябина даже годится зимой, когда есть ягоды перемороженные. Так вот, еще раз, либо вы свежую берете, а сейчас сезон. Сразу забегаю вперед и говорю, что есть разные сорта рябины. Одна рябина более полезна после морозов, но для косметических целей нам годится уже вот такая вот покрасневшая рябина, без всякой там морозной обработки. Но, тем не менее, вы можете, еще раз повторю, заготовить, заморозив ягоды рябины. Итак, чем же хороша рябина? Мы сегодня с вами не говорим, что это великолепный витаминный продукт, который вообще можно даже потреблять внутрь. И напомню, что рябина очень богата витаминами. Например, здесь каротина, витамина А даже больше, чем в некоторых сортах морковки. Поэтому действительно можно потреблять несколько ягод рябины в день и тем самым насыщая свой организм и витамином А, и витамином С, и витамином Е, витамином П, рутином, витамином ПП, витамином В3, никотиновой кислотой и целым комплексом витаминов и минералов. Это внутрь. Но эти же витамины нам очень нужны для кожи, поэтому рябина очень хороша и для омоложения, а мы с вами будем дальше делать маски с рябиной и для лица. И, кстати, я еще покажу несколько простых масок для волос, в том числе от перхоти, при выпадении. Но сегодня у нас с вами акцент, я уже проговорила, на пигментацию и купероз. А с куперозом нам помогает бороться вот этот самый комплекс витаминов. Витамин С, витамин П, рутин. И витамин ПП, ниацинамид или витамин В3, они все укрепляют сосудистую сетку. Поэтому при нанесении сока рябины, вот сегодня только чистый сок, уже у нас будет вот такой противокуперозный эффект. Ну а с пигментацией нам помогают бороться опять-таки и витамин С, и витамин В3, но еще целый комплекс кислот, которые профессионально применяются в косметологии. Это винная кислота, это в частности яблочная кислота, это пировиноградный. Кстати, в рябине еще есть янтарная кислота, которая просто является сама по себе кислотой для омоложения. Так вот, нам нужен просто либо чистый, либо разбавленный сок рябины. Я предлагаю вам брать в объеме, допустим, где-то со столовую ложку ягод рябины, просто-напросто, ну, предварительно промытые, просушенные, их вот так вот растолочь. Дело в том, что если вы начинаете взбивать в блендере, у вас все эти ягоды по стенкам блендера, то есть невозможно их собрать. Либо же нужно перетирать через сито, но не совсем это удобно. Поэтому я вам предлагаю вот так вот предварительно взбивать, то есть либо в ступке, либо в чашке, с помощью толкушки, да, и потом уже процеживать. Но, как видите, я уже немножечко отцедила, и у меня получилась вот такая вот кашица, то есть фактически сок, который непосредственно и наносится на пигментные пятна. То есть вот просто, как я показываю вам на видео, на пигментные пятна и на купероз. Я наношу на 30-40 минут, и потом всю эту смесь, сок рябиновый, я смываю. Некоторые оставляют на ночь, но я не рискую, потому что в зависимости от состава рябины очень много вот этих самых фруктовых кислот, и чтобы не получить такой жесткий эффект пилинга, потому что кислоты еще работают как пилинг, я все-таки на 30-40 минут потом смываю, потом наношу свой крем. Но вот эту вот еще массу жмых, которая у нас остается, как видите, вот здесь уже сока практически нет, да, есть кашица, то есть ее можно, но вот этот сок еще можно, жмых точнее, залить в пропорции где-то 1:1 водой и часа 2-3 дать настояться. То есть у нас получается вот такой вот разбавленный рябиновый сок. Потом тоже его отцедить и использовать уже можно на все лицо. Опять-таки с той же целью. Либо убираем пигментацию, либо просто это тоник, лосьон, который омолаживает сам по себе кожу, либо борется с куперозом. Поэтому уже вот этого сока будет гораздо больше, и его можно наносить и на лицо, и на зону шеи, и на декольте, и на плечи, там, где есть у вас пигментация, на руки. Точно так же на 30-40 минут потом смываем и наносим свой крем. И если у нас вырос,
выражена пигментация, то желательно такую процедуру поделать каждый день, хотя бы месяц-полтора, то есть побороться с пигментацией. Невыраженная, пожалуйста, хотя бы через день или два, там, три раза в неделю, как у вас есть время. То есть смотрите, у вас рябиновый сок, еще раз, мы делаем акцент на борьбу с пигментацией, с куперозом, но рябиновый сок еще будет работать как средство омолаживающее. Еще проще с замороженными ягодами. Даже не обязательно перетирать. Их в основном я замораживаю именно для маски. Смотрите, в чем вся прелесть. Когда мы берем с вами одну замороженную ягодку, она у нас уже выдавливается вот такой вот кашицей, которую можно нанести непосредственно на пигментное пятно и обработать. Со свежей ягодкой вы можете выдавить сок. То есть вот если надавливаете, с нее прыскает сок. То есть можно и вот так вот, да, просто соком обработать непосредственно. Но если у нас большой объем, да, если нам нужно обработать несколько или больших пигментных пятен, или же много у нас вот купероз, то тогда проще, конечно, перетереть, сделать вот так вот несколько. Поэтому либо свежие, да, либо замороженные приготовить себе. Ну и можно, конечно, да, я, в принципе, рекомендую пройти курсом, потому что рябина потрясающий продукт в косметологии, да, и сейчас у нас такие потрясающие возможности. Так что берите себе на вооружение, делайте, избавляйтесь и от купероза, и от пигментации.